Доброго времени суток! Для вас сегодня видео о новиночках каталога номер 4 подготовлю я, Елена Корзинок. Точнее, не о новиночках, а именно о выгодных предложениях на мое усмотрение. Именно мое личное мнение, на что я хотела бы вас сделать акцент, и мои личные отзывы. Конечно же, они, может, где-то могут не совпадать с вашими, но в любом случае мы все разные, и поэтому каждому абсолютно нравятся разные продукты. Но надеюсь, что те отзывы, которые я вам расскажу, понравятся. Мы сегодня с вами рассмотрим несколько каталогов. Один будет отзывы о действующем каталоге, который основной. Дополнительный каталог, который сейчас тоже будет в каталоге номер 4 действовать. И каталог Премьер Клуб. Тоже для вас некоторые продукты, которые уже есть там, покажу. Итак, что в первую очередь бросается в глаза, когда вы видите каталог номер 4? В первую очередь модный образ, который деловой, стильный и одновременно уверенный в себе девушки, женщины. И, конечно, образ этот не случайен, потому что компания уже предлагает для нас здесь готовые решения для вас, которые соответствуют модным тенденциям, трендам, которые сейчас идут на модных показах. И в дополнение к этому, конечно, подбираются и аксессуары, и какие-то фишечки в декоративной косметике, акценты на что сделать. То есть это все компания для вас предусматривает. Первое, что хочу вас обратить, туалетная водичка Кла. Она идет по акционному предложению в этом каталоге. Это, наверное, один из популярных ароматов этого каталога. Чем? Почему именно он популярный? Ну, в первую очередь, во-первых, он одновременно легкий, нежный, чуть-чуть немножко цветочных принтов там есть. Немножко вот такой, знаете, сладости, соблазняющей сладости, персика есть. Ну и стойкий, потому что содержится мускус, поэтому он вплетает в себя все, такую женственность, нежность. Не случайно он пользуется популярностью, но есть фишечка, внимание, его можно приобрести только по акции. Если вы захотите этот аромат приобрести по полной цене, то он просто не будет проходить у вас заказы, поэтому обращайте на это внимание. Ну и за дополнение, конечно же, смотрите для себя. Плюс к этому спрей для тела. Вот, еще один продукт, наверное, мой любимый, всеми, большинством девушек любимый, это тушь 5 в 1. Она идет рядышком с туалетной водичкой на следующей страничке. Что вообще классное в этой туши? Это бестселлер, и он называется не случайно тушь 5 в 1. У нее специальная кисточка, такая гибкая очень кисточка, если вы увидите, как я сейчас делаю. Сейчас поднесу к экрану, вы увидите разные щетиночки, ну, здесь поближе, да, чтобы вы могли видеть, смотреть, то есть разные такие щетинки. Они абсолютно вот такие мягко наносят на реснички тушь. Что мне в ней нравится? Во-первых, кремообразная текстура, ресницы не будут как лапки паука. Плюс к этому содержится корнуольский воск, который ухаживает дополнительно за ресницами. То есть, если у вас есть такая проблема, то это дополнительный уход за вами. Конечно же, еще плюс к этому щеточка, это вообще что-то, потому что маленькие ворсиночки, которые в этой щеточке есть, помогают прокрасить нижние реснички, если у вас редкие. Если у вас все реснички редкие, то позволит полностью прокрасить все, то есть не будет такого, буквально чуть-чуть тушь ложится, иногда склеивает, такого не будет. То есть абсолютно каждую, мне кажется, ресничку оно прокрашивает. И тушь не заявлена как водостойкая, но она влагоустойчивая, очень легко смывается обычным средством. И плюс еще к этому, конечно же, если снег, вот такой, знаете, дождь, если вдруг водичка попала, либо снежинка попала у вас в глаза, то не будет такого, что у вас синяки будут под глазами, если вот случайно глаза сильно зажмурили, то тушь будет основаться именно на ресницах. Вот такая вот 3D-щеточка. Вот, еще хочу немножко рассказать. У меня нет самой этой помады, но у меня, я ею пользовалась до этого, как, ну, очень пользовалась. Конечно же, мы все меняемся, иногда надоедает пользоваться одним и тем же, поэтому расскажу отзывы именно об этой помаде. Она для тех, у кого очень сушит губы, она для тех, у кого хочется очень большого увлажнения, потому что она одновременно такие предлагает нюдовые где-то оттеночки, особенно коричневые, вот такие вот как классические, но вместе с тем эта помада 3 в 1 очень хорошо увлажняет, то есть она ложится как масло на губы. Вот я ее
использовала именно на период зимы. На период зимы она у меня закончилась, я использовала такой натуральный оттеночек, это восхитительная роза, то есть он такой коричневатый, мне нравился, то есть такой вот, знаете как, незаметный оттенок. То есть вот то, что надо. И еще, чем мне нравится эта помада, что она идет такой вот как скульптурирует немножко губы. Потому что если вы посмотрите, здесь внутри содержится белый блеск. То есть когда вы наносите помаду, как будто бы вы в центре губ немножко светлым наносите, если вы вот как по центру наносите, а уже цвет основной остается по краям, то есть вот такой вот как объем даже может где-то визуальный приносит. Но это если вы наносите один раз, вот два раза и все. Но если вы вот размазываете таким образом, то, конечно же, такого эффекта скульптурирования сразу с первого не будет. Вот еще, что на что делает компания Акцент, это тональная основа. Тональная основа, стойка, которая идет на 17-й странице, вот здесь вот вы ее можете видеть. Что могу сказать про эту основу? Ну, в первую очередь, для того, чтобы понять, какая она, нужно понимать, стойкая она или не стойкая. Здесь оговаривается, что она стойкая. Любые продукты, если это тональная основа, стойкая, какая она должна функция выполнять? В первую очередь, маскировать полностью все недостатки. То есть она должна быть достаточно плотной для того, чтобы скрыть недостатки лица и держаться на нашем лице. То есть однозначно, если вам хочется стойкости, то будьте готовы, что она немножко плотная, по текстуре будет. Но плюс ее в том, что она вы наносите, и она вот, знаете, как для фотосессии делают макияж, когда ты должен вот абсолютно не менять, не плыть макияж, если у тебя впереди долгий день, например, фотосъемка, или, например, свадьба. Не зря сейчас к весеннему периоду, когда девчонки хотят где-то обновиться, сфотографироваться, вот эта тональная основа идет со скидочкой. Что еще нравится? Здесь она не содержит как таковых масел, то есть не будет блеска. Вот это мне в ней нравится. И не забывайте, что тоже акция, которая сейчас предложена при покупке туши, помады и тональной основы, вы сможете приобрести более по выгодной цене. Поэтому, если приобретаете себе, ищите компанию обязательно, для того, чтобы вам было выгодно. То есть за 16 рублей 39 копеек вы сможете эти продукты приобрести. Идем дальше. Давайте дальше знакомиться с нашими продуктами. Что еще? Следующий модный образ, который предлагается, это вот здесь вот девушка, вы видите, с уже готовыми предложениями. Я о некоторых продуктах для вас расскажу. Ну, в первую очередь, конечно же, сейчас идет тренд, это натуральность, сейчас идет тренд, это натуральные брови, более такие естественные, и ни в коем случае не рекомендуется использовать карандаши. Поэтому я пользуюсь точно так же такой палеткой теней, она, вы видите, что уже почти заканчивается, вот идет со скидочкой. Уже почти заканчивается. И скидка 50%. Я заметила, что очень часто она появляется со скидками. Наверное, большинство девчонок уже понимают, что насколько фишка классная именно этого продукта. И чем, что я рекомендую, какие вот нюансики в ее использовании. Вы можете, ну как, менять текстуру. То есть, если, например, я использую даже два оттеночка, то есть иногда верхнюю часть рекомендуют немножко затемнить. Но мне немножко не устраивает именно вот эта кисточка, то есть она очень маленькая, неудобно наносить красить, поэтому если вы будете приобретать, если нет другого варианта, например, кисточки, она немножко жестковата даже, то рекомендую, посмотрите у нас еще дополнительную кисточку тоже для того, чтобы красить, либо если у вас есть, тоже профессиональные, тоже используйте. Но рекомендую, настолько классный продукт, и здесь уже сразу для вас готовы рекомендации, как красить. Вот, еще тоже продукт, которым пользуюсь, не зря он у меня тоже есть, это вот такой ультра-черная подводка, маркер-карандаш. Хотя, вот вы можете увидеть в самом каталоге, что она достаточно такая, вы знаете, как такой толстый стержень у нее есть, но он настолько, вы знаете, как острый, то есть вы можете кончиком нарисовать тоненькую линию, и мне нравится, что оно вот рисует такую, как гелевую линию, и я абсолютно не умею пользоваться подводками, то есть для вас это будет, может, вообще супер-супер предложение, несмотря на ту цену, которая вот обычно идет здесь, просто скидка супер, до 50% используйте не случайно на весну, она стойка
вот будет держаться на ваших веках, и достаточно хорошо она подчеркивает абсолютно любой цвет, то есть она вот как-то так подстраивается. Если вы можете два нанесения использовать, вот как вариант могу предложить вам, вы можете нанести сначала подводку, а сверху тени, и тогда подводка такая вот меняет немножко цвет. Можете сделать по-другому, сначала наносить тени, сверху подводка, вот такой секрет для вас, то есть она может вот для вас двояко сыграть. Если говорить о тенях, тени мне нравятся тем, что они, во-первых, идут зеркалом, но мне не совсем нравится аппликатор. Вот тот аппликатор, который вы здесь видите, чем мне не нравится? Во-первых, ну, если наносить более естественный макияж, как это рекомендуют, то лучше всегда рекомендую профессиональную кисточку, которая не в виде аппликатора, а в виде именно кисточки идет, кисточка для теней. И такие оттеночки, которые уже здесь подобраны, кстати, которые гармонируют с собой, можно два сразу. Вот, хорошая скидка идет на туалетную водичку Эльви, здесь ароматизированная, это первый аромат, с которым я познакомилась, но сейчас я люблю менять, сейчас у меня абсолютно разные ароматы, и все не обязательно легкие, но вот этот аромат, вот, наверное, тренд сезона, любому человеку предложите, он настолько универсальный, и легкий, и чуть-чуть сластинки, это как второй вариант Клауи Кенда, только Эльви более нежнее. Вот, аксессуары я не буду останавливать, здесь, как говорится, мы все разные, подбирайте то, что вам нравится, скажу, вот сейчас возьму то, что пользуюсь. Вот очень люблю расческу нашу, расческу именно такую, которая массажка, она здесь в каталоге представлена, может не пожалеете деньги, у меня длинные волосы, и мне очень тяжело расчесываться, особенно вот, ну, которые я видела. Мне не нравились расчески, которые я покупала, что у них сразу вылетают, как иногда вот эти... как, ну, чем расчесывают-то, да, вылетают они, и получается не держится основа, то есть мягкая очень резина, то есть вот щетинки, которыми расчесывают, мягкая резина, и получается не очень комфортно, если так покупала. Расческа очень удобна, легко, сразу быстро расчесывают, ну вот рекомендую. Походный вариант еще компания предлагает, вот здесь, который под номером, ну вот получается вот здесь вот походный вариант такой, можете тоже для себя использовать. Ну это вот для меня такой вот как спасатель, кроме этой расчески больше ничего не люблю. Вот, идем дальше. Туалетная водичка Tenderly Promise, вот чем люблю пользоваться. Почему именно эта водичка? Во-первых, сейчас не зря вот такая весной хочется цветения какого-то, не зря вот эти ароматы идут со скидкой. Здесь в первую очередь здесь экстракт белой линии. Вот он настолько так богато раскрывается, интересно раскрывается. Но минус заключается в том, что если кто-то не любит вкус лилии, как она пахнет, то, скорее всего, этот аромат не совсем вам будет интересен, и, может быть, даже будет головная боль, просто я такое встречала, кто-то мне говорил. Но мне он настолько нравится, и плюс этот аромат создавался вместе с принцессой Мадлен, шведской принцессой. И, конечно, аромат плюс еще к этому Tenderly участвует в благотворительности. Так, что дальше? Поехали, немножко буду рассказывать. Вот, еще обращу внимание, просто я с клиентами столкнулась. Вот это вот ожерелье, которое идет, оно идет, здесь представлено два сразу, скрученные одновременно, вместе. А здесь, если это ожерелье предлагается, то оно абсолютно вот такое коротенькое, и это следует обращать внимание, когда при покупке. То есть здесь представлены именно на картинке два ожерелья. Аксессуары тоже вы подбираете по своему вкусу. Серия Novage, конечно же, обновилась. Обращаю внимание, что сейчас она идет по подпискам. У нас есть отдельные вебинары, на которых вы можете посмотреть более подробно про эту серию, как подбирать. Вот, и всегда очень хочется, я не знаю, мне кажется, на каждом бы своем обзоре говорила именно про вот этот аппарат Skin Pro. Почему он... Это классное вложение в вашу красоту, потому что он вроде кажется стоит дорого, но вы его покупаете один раз, и все, и больше вам не нужно, если только насадку сменить. Почему, чем он отличается именно от других ароматов, почему стоит выбор сделать именно в его пользу? Ну, в первую очередь, ну, мне нравится, во-первых, какой он сам, вот как его держать. Здесь идут в упаковке уже сразу с батарейками, но уже две скорости вы можете регулировать, здесь представлено. Вы можете как высокую, ну, длинную, то есть такое, длинная такая вот дистанция идет на минутку, и дальше продолжать, то есть он крутится, одновременно делать. Как им пользоваться?
В первую очередь вы его смачиваете, немножко капелька буквально очищающего средства наносите и очищаете свое лицо. Можете с включением линии декольте, это на ваше усмотрение. Что в нем хорошее? Во-первых, вы им можете пользоваться каждый день. Почему? Потому что щетинки специально обработаны лазерной заточкой, они очень мягкие. У меня одна из клиенток сказала, говорит, я думала, что он такой вот, ну, дерет кожу. Абсолютно нет. Он настолько мягко, щадяще очищает, настолько мягкий вот этот ворс, вот в сравнении с тем, что вы можете просто купить вот примерно такого же похожего состояния, оно будет вроде упаковка одинаковая, но вопрос вот в этом ворсе, который здесь, лазерная заточка, очень маленькие, тоненькие волоски, которые здесь, и в первую очередь будет очень легкое, нежное, щадящее очищение. Одновременно с этим будет более глубоко очищать, чем просто, если бы вы руками очистили, и если у кого-то даже капиллярчики близко расположены к поверхности, и они видны, просвечиваются, то есть не будет сильно травмировать. Подходит даже для чувствительной кожи. Вот это вот помните, и это будет отличный, классный, красивый подарок, если вы кому-то захотите, ну и включая, конечно же, себя. Вот, рекомендую, если у кого-то чувствительная кожа, ну, к примеру, как у меня бывает иногда на период перехода с зимы на лето, вот так становится, что иногда бывает немножко чувствительная кожа из-за перепада этого температуры. Поэтому вот такое средство, здесь оно идет для нормальной и комбинированной кожи, но оно настолько легкое, щадящее, для умывания идет, что, мне кажется, вот подходит для чувствительной кожи, которая хочет именно умываться, потому что у нас есть отдельные продукты в виде молочка для чувствительной кожи, но вот рекомендую вам и вот это средство, если именно хотите, чтобы умываться. Тоже мягкое очищение. Конечно же, аксессуары, которые компания предлагает, это в виде губки для очищения, это все тоже понятно. Новиночку мы будем еще отдельно представлять в наших каталогах. Тоже прекрасный, конечно же, вкладыш, заинтересовал очень эти продукты. Обращаю ваше внимание. Вот, еще такая фишечка. Мы когда ездили в дорогу, особенно, ну вот поездка была в автобусе, когда в Европу ездили на отдых, вот эти матирующие салфеточки были вот незаменимы. Почему? Потому что так получается, что у нас всегда одновременно вырабатывается сальный секрет. И хочется, чтобы у нас вот этого сального секрета не было. Или где-то мы в дороге находимся, или где-то в гостях, и нам это не нравится. Чтобы это не вытирать чем-то другим, а специально есть матирующие салфетки. Их 50 штук надолго, ну достаточно надолго хватает, если вам только вот такой, как походный вариант используете. То есть вот рекомендую такой вариант, как на весну, это для вас будет отлично. Серия Джордани. Ну, скажу, что вот немножко пару отзывов о вот этой вот минеральной основе. Она очень легкая. Для тех, кто хочет легкого, невесомой текстуры, она для вас подходит. Но если вы хотите стойкой основы, которая будет полностью маскировать все, она немножко не такая. Она такая, вы знаете, как пушинка, но она не совсем будет скрывать все ваши, ну, если какие-то там недостатки, неровности, она не совсем. Но она настолько легкая, как пушинка, и будет такую вот гладкость создавать. Вот это отличный вариант именно на период весны. Вот, идем дальше. С чем мне хочется еще вас познакомить? Конечно же, в первую очередь продукты, которые по уходу за телом, это серия «Шведский спа». Вот такие продукты, которые содержат экстракт имбиря, страничка 99. Если вы вместе со мной листаете каталог, ой, могу, наверное, про них петь долго. Но если это индивидуально, если кому-то нравятся гели для тела, и плюс к этому хочется еще эффекта антицеллюлита, то этот продукт для вас. Именно гели, не крема, а гели. А вот это, мне кажется, он у меня уже скоро, я недавно его вроде приобрела, а уже половина баночки есть, использована. Как им пользуюсь я, и как вот рекомендую попробовать и вам, используйте ее как масло для ванн, то есть если вы хотите принять ванну одновременно, создать себе как душевное настроение, ароматерапию, добавьте немножко вот этого масла в воду, когда набирается, и плюс к этому, во-первых, сразу же аромат,
И у вас, когда вы будете уже после того, как примете ванну, подниматься, вы почувствуете, что вы поднимаете, а у вас это масло остается на теле. И у вас вы будете проводить по телу такой вот гладкость, шелковистость. То есть вообще замечательно просто продукт. И мне кажется, это у всех должно быть. Еще такая фишка, когда у меня заканчивается масло или получается заканчивается кондиционер, ну такое бывает, тоже не исключение, то я использую как маску для волос, то есть наношу на кончики, ну вот которые мне необходимо подпитать, немножко оно побудет на моих кончиках, на волосах, и после этого смываю его обычным шампунем. То есть единственное, что оно перед тем, как вы идете мыться, то есть обращать внимание, для смягчения кутикул, участочков, для массажа используйте, то есть ваши различные варианты. Вот, и моя любимка, которая идет на 100-й странице, это очищающий гель. Это профессиональный гель, в отличие от других гелей, которые идут со скидкой. Этот гель специально одобрен дерматологами, ну как, не дерматологи, а гинекологами. У него содержится молочная кислота, которая специально не нарушает pH зон, и плюс к этому оно профессионально, именно мягкий, щадящий эффект, и одновременно выздоравливаешь, то есть, ну, лучше его, это просто идет как профессиональная серия по уходу за нашими деликатными зонами. Если то просто уход, то здесь это идет профессионально. Это то же самое, как вы делаете укладку дома у себя, и если вы идете, делаете укладку в парикмахерской. Так вот, это то же самое, здесь идет разница. Как вы хотите, профессионально или более так поверхностно. То есть, но в любом случае, то и другое деликатно, но это вот идет как профессиональная серия, которая специально гинекологами разрабатывалась. Вот, идем дальше знакомиться с нашими продуктами. Про туалетные водички я не буду останавливаться, здесь это индивидуально, понюхайте, попробуйте. Скажу, что все абсолютно пользуются спросом, главное найти своего покупателя, так как мы все разные, поэтому все разные продукты подбирать можно. Вот, рекомендую такие вот спреи, мне, к примеру, не нравятся шариковые дезодоранты, ну вот не люблю я их, и не знаю, как-то я с этим ассортиментом не сдружилась, а вот сдружилась именно со спреями, причем здесь идет скидка 50%, абсолютно разные у меня побывали, у меня было, если и защита от белых пятен, это страничка 122, смотрите, и вот я сейчас пользуюсь вот таким, который на 48 часов, нравится, очень быстро в использовании, то есть не нужно заморачиваться никакой липкости под мышками, то есть вот мне очень-очень импонируют эти вот продукты. Конечно, если кому-то шариковый дезодорант нравится, то пожалуйста. Еще один продукт, о котором хочется сказать, это на 127 страничке, это гель против прыщей точного воздействия. Но я бы сказала, он не совсем против прыщей, мне кажется, он такой вот, ну, подсушивающий. Вот если я его использую, когда вот простудка только-только начинает появляться, вот я наношу, чтобы хотя бы немножко приостановить процесс. Бывает еще плюс к этому, ну, конечно, всякие, никто не застрахован от таких вот всяких недоразумений на личике, поэтому тоже замечательно, чем мне нравится. В отличие от всяких кремов и так далее, он прозрачный. Он прозрачный, вы наносите гель, он высыхает в пленочку и, получается, создает вот этот вот барьер от внешней среды. Вот вроде маленькая штучка, но на ура. Вот всем рекомендую. Так, не буду здесь останавливаться, зубные пасты содержат очень много фтора, поэтому рекомендуется не ждать, что они будут пениться, ну, кто просто такой вот слышала, кто-то спрашивал, почему не пенится. Очень много фтора и рекомендую для вас. И, конечно же, каталог, обращайте внимание на последнюю страничку новинки скидки. Вот это мы посмотрели новинки действующего каталога. Что еще могу для вас рассказать именно по продуктам? Если говорить по продуктам, обратите внимание, что вы дополнительно получите еще такую брошюру. Называется «Весна удалась». Она будет действовать с 20 числа. И суть ее заключается в том, что если вы из каталога, который действующий, вот этого сделаете заказ на 19 рублей, то вы сможете заказывать из этого. Поэтому рекомендую, как говорится, подсобирать там заказ и одновременно добавить продукты из этого. Туалетная водичка идет на первой страничке со скидкой. Симагнифик, чем мне нравится? Сама пользуюсь, но это, вы знаете, как аромат соблазнения, такой вот пряный где-то. Вот у него, вот такие, кому нравится, немножко специи аромат, пряности. Вот он и сладкий, и пряный одновременно.
То есть он и цветочком пахнет, вот таким дурманом, можно сказать, цветком. То есть не зря вот такая вот как роза, да, у него вот форма. Но он аромат пряности, сладости и цветочный такой. Вот это вот примерно мое описание аромата. Но я говорю, все мы разные, поэтому здесь вы подбираете под свое ощущение, с каким настроением. Не зря у меня их столько ароматов, я под каждое настроение подбираю себе свой. Вот, что еще хочу сказать из продуктов. Вот такой продукт, как мылка в виде, вот у меня в упаковочке в виде елочки идет. Но это, как говорится, подарочное, это, можно сказать, заказывайте себе, потому что елочку не актуально дарить сейчас, на данный момент. В любом случае, это просто вы заказываете для себя, как пользоваться. Ну, такой немножко хвойный аромат, но в любом случае можете использовать. Спрей, дезодорант-спрей для ножек, вот такой профессиональный, тоже в каталоге здесь идет. Вот он представлен здесь, вот вы видите. Что могу сказать? Ну, вот это, знаете как, это для вот периода, когда вы носите сапоги, например, вы понимаете, что у вас немножко потеют ноги, вам нужно, чтобы у вас они были свежие, если вы когда-то идете в гости, либо вы хотите, чтобы сапоги были, ну, свежий такой аромат, вы этот спрей можете использовать как на ноги, как на носочки, так и вот в сапожки, то есть используете для себя. Еще, конечно же, хочется рассказать о такой водичке, которая идет со скидки, это Solar. Так, секундочку, я вам, скорее всего, немножко неправильную информацию. Дезодорант-спрей для ног идет против натирания. Немножко не то информация, вы наносите просто на ножки. Вот сейчас, когда вы будете переквалифицироваться таким образом, как вот туфельки одевать, либо какую-то другую обувь, вы наносите именно на ноги, на поверхность, не на носочки, а на кожу, для того, чтобы не так натирались ноги. Это будет актуально, особенно сейчас. То есть немножко я не ту информацию дала, это здесь идет спрей именно для ног, против натирания. Туалетная водичка Solar идет на 6-й страничке этого весеннего каталога. Что про нее могу сказать? Она сладкая, такой вот легкий аромат, вот и одновременно сладенький. Вы знаете, кому хочется хорошего настроения, если Simognifique был немножко пряным, тяжелым, насыщенным, то туалетная водичка Solar, я бы сказала, немножко вот как летний такой, одновременно легкий аромат. Обращаю внимание, что туалетная водичка Midsummer идет в этом каталоге на страничке номер 7 с хорошей скидкой. И Midsummer, кстати, очень давно нет в каталоге, поэтому если кто-то из ваших знакомых любит цитрусовые ароматы, очень любит, чтобы такой аромат где-то цитруса был, то вот этот аромат Midsummer, это то, что для вас. Здесь идут еще представлены аксессуары, могу некоторые из них показать в оригинале, как они выглядят, на страничке 13. Очень хорошая скидка и достаточно такие вот приятные вот сами по себе. Немножко ближе для вас покажу, как они вот выглядят. Вот такой вот жемчуг, если вы просто для себя используете, под платье очень красиво смотрится. И точно так же это серьги-трансформер тоже для себя можете регулировать. Еще рекомендую на страничке 14 вот это украшение, которое сейчас на мне. Чем мне оно нравится? Во-первых, вы можете регулировать длину. Оно не постоянной длины, вы можете отрегулировать, развязать, завязать по-другому, то есть на ваше усмотрение, хотите подтянули выше, ниже, то есть как вы выберете, так и будет. И плюс мне нравится хорошая цена, отличное предложение, скидка, то есть выбирайте для себя. Вот, и переходим к следующему каталогу, это каталог Премьер. Это для того, чтобы из него заказывать, нужно выполнить условия, попасть в каталоге номер 3, Премьер-клуб, то есть чтобы у вас было 100 баллов. Чем мне нравится? Это предпродажа новиночек. Я уже ожидаю, что это вкусняшки самые настоящие будут. Это серия «Малина и мята», мною любимая, наконец-то обновилась. Конечно же, что здесь? Вот, опять же, что мне нравится? Во-первых, здесь немножко перекликаются продукты. Вот, к примеру, спрей антиперспирант, вот здесь вот вы можете увидеть, и здесь вот есть каталоги, и точно так же здесь есть вот эта вот профессиональная серия, которая по уходу за ножками тоже представлена со скидками. Еще что мне хочется сказать вот про этот кремик, то есть многим нравится, например, запах такой вот фруктов, вот кому черешня нравится, вот
замечательный продукт, крем для рук. Очень легкий такой, невесомый кремик, то есть он не будет плотный по текстуре, достаточно хорошо и быстро впитывается. Вот, аксессуары не забывайте заказывать для своих клиентов, приносите заказик. И вот кто пользуется красками, вот хорошее предложение именно на последней страничке по краскам. Ну что, уже закончился мой обзор по каталогу. Надеюсь, что была вам полезна. И, конечно же, надеюсь, что вы выбрали те вкусняшки, те самые-самые-самые продукты, которые вам уже сейчас хочется поставить на полочку. Вот, вам большое спасибо за то, что слушали до конца, за то, что выбрали, наверное, что-то для себя. Оставляйте отзывы, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, Елена Корзинок. Спасибо!